На этот раз мы вспомнили про Светлану Владимирскую. Я надеюсь, вы помните ее. У нее был хит «Мальчик мой». Давайте послушаем. Это был настоящий хит. И где она? Чем она сейчас занимается? Как выглядит? На все эти вопросы у нас есть ответ. Удалось с ней связаться. Привет, Тюмень. Я Светлана Владимирская. Хочу поздравить всех вас уже с наступившим Новым годом. Ну и хочу сказать о том, что я никуда не пропала. Живу я на юге Красноярского края. Продолжаю заниматься творчеством. Периодически выезжаю на концерты, на всякие мероприятия, пишу песни, записываю альбомы. Вот. Ну и что? И вот, например, в ближайшие дни, завтра или послезавтра, я вылетаю в Москву на передачу «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым, где соберутся многие звезды 90-х. Программа называется «Хиты 90-х». Поэтому, может быть, ну, скорее всего, я там буду петь песню «Мальчик мой» или «Дави на газ». Я пока еще не знаю. Редакторы программы мне еще не сказали об этом. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что передача будет очень интересная. И поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы ее посмотрели. Как раз вы меня там и увидите. Какая я стала, как я пою. Вот, так что встретимся с вами на передаче. Всего доброго, люблю вас. А как приятно опередить Андрея Малахова. Да? Да? Светлана молодец, до сих пор не убрала новогоднюю елку, как я. Супер, поддерживаем с прошедшим Новым годом. Но на самом деле здорово выглядит, да, несмотря на то, что 51 есть год, между прочим. 51 да. год. Светлана, ваша песня, если уж быть честным, она есть на моей флешке в машине, которую «Мальчик мой» отыграл у нас недавно. Да. А в дальних путешествиях каких-то, да, я ее слушаю. Да, кто станет героем этой рубрики, узнаете ровно через неделю.